комплексная модернизация городской среды «Вологда – комфортный город». Строительная индустрия Вологды определена в качестве приоритетного направления развития экономики города. Администрация города совместно с Институтом социально-экономического развития территории Российской академии наук и при участии руководителей строительных организаций, ресурсоснабжающих организаций, представителей банковской сферы, сферы риэлторских услуг, архитекторов и экспертов разработана стратегия развития строительной индустрии на территории муниципального образования города Вологда на период 2035 года, в которой определены стратегические ориентиры развития данной отрасли. По данным социологического опроса, проведенного Институтом Российской Академии Наук, вопрос улучшения жилищных условий является актуальным для 200 тысяч вологжан. Стратегия является базовым инструментом для разработки и принятия всех последующих нормативно-правовых актов в сфере строительной индустрии на территории города Вологды. Стратегическая цель выражается в создании условий для увеличения до 30 тысяч квадратных метров в год объема строительства и продажа комфортного жилья в городе Вологде в период до 2035 года. Для достижения поставленной цели требуется решить комплекс следующих задач. Модернизация существующих и строительство новых предприятий по производству современных строительных материалов, стимулирование спроса на жилую недвижимость за счет повышения доступности жилья для населения, повышение энергоэффективности зданий через применение соответствующих конструкционных и изоляционных материалов, создание условий для эффективного использования ресурсного потенциала строительных организаций, формирование городской среды нового качества. Работа по выполнению отдельных мероприятий уже ведется. Сокращаются и количество административных процедур, которые необходимо пройти для получения разрешения на строительство и сроки получения данного разрешения. Планируется в комплексном освоении территории создание зеленых пространств и пешеходных зон. Доклад закончен. Спасибо, Евгений Викторович. Так, вопрос у Николая Николаевича Москова. Добрый день, уважаемые депутаты. Я хочу сказать, что просить поддержать данный проект, потому что рассматривали его все ведущие строительные компании и стройиндустрия в том числе. И все замечания, которые мы дали по этому проекту, администрации были учтены. Поэтому я думаю, что эта стратегия, которую мы приняли, это как бы первый документ, который, безусловно, будет в дальнейшем корректироваться вот, и даст возможность развития и строительной отрасли, и стройиндустрии. Ну и в целом, если говорить, и для экономики всего города. Спасибо. Спасибо, Владимир Николаевич. На кого из одобрения проекта? Ответственный комитет поддерживал проект решения с авиационными правками согласованной администрации. Мимо ответственного комитета проект решения и поправки к нему рассмотрены и поддержаны всеми комитетами Вологодской городской думы. Для дальнейшего рассмотрения вопроса информирую, что городскую думу поступило письменное обращение гражданина Доножева Евгения Валерьевича, который присутствует в зале, с просьбой дать ему возможность выступить на сессии по рассматриваемому вопросу. И в соответствии с статьей 70 регламента Вологодской городской думы предоставление слова на сессии относится к процедурным вопросам. Так, слово вам передал Зуев. Уважаемые коллеги, я не по докладу, а как раз по заявлению Евгения Валерьевича. Я выскажу личное мнение, никого ни за что не агитирую. Однако я полагаю, как правильно уже отметил Владимир Николаевич, который просил поддержать данный проект решения. У нас общественность достаточно активно увлекалась обсуждением данного проекта, данной стратегии. Безусловно, учтено мнение не только бизнеса, не только строительной индустрии, но и мнение вологжан в данном вопросе. Активно обсуждалось все, активно жители нашего города превообращались в администрацию города и депутатам по своим округам. Безусловно, все эти мнения были учтены. Евгений же Валерьевич, по моему мнению, не является экспертом в строительной области. Поэтому я полагаю, что в данном случае нецелесообразно будет данное мнение услышать в настоящее время. Спасибо. Спасибо, Иван Викторович. Уважаемые коллеги, тем не менее, регламент есть регламент. Поэтому, в соответствии с статьей 42, ставлю на голосование предоставить слово для выступления доложил Евгению Валерьевичу. Прошу, да, если голосование. К сожалению, решение не принято. Мнение, где желающие выступить, коллеги, по рассматриваемому вопросу нет. По проекту имеются согласованные поправки, поэтому ставлю голосование. Принять проект решения в целом с поправками комитета по экономической политике, муниципальной собственности. Результат 30 голосования.
Решение принято. Спасибо. До скорой повестки дня.